Привет, бойцы! Меня зовут Антон. Сегодня будем работать на специальную выносливость. Выносливость наших ног. Для того, чтобы ваши ноги не стояли на месте, чтобы они могли постоянно двигаться, чтобы они не подводили вас в тяжелый момент. Они должны быть выносливыми, сильными и быстрыми. Прыгать на скакалке, буду говорить, как прыгаем по ходу дела. Будут различные ускорения, я буду о них говорить. Если вы не можете прыгать двойные, либо какие-то другие прыжки, можете прыгать просто вот так. Ничего страшного, прыгайте, просто где ускорение, старайтесь прыгать быстрее. Будут несколько упражнений у нас между скакалкой, между прыжками, я буду об этом говорить в начале. Первое — это бёрпи. Что такое бёрпи? Для тех, кто не знает. Принимается упор лежа, делается отжимание. После этого делается подвод ног к рукам. Раз, становитесь сразу на полную стопу, и здесь прыжок. Как это выглядит? Понятно, это бёрпи. Далее у нас будет отжимание с лобками. Если не можете отжиматься с лобками, отжимание с колен, отжимание без лобков, все вам доступно. То есть выбирайте уровень сложности, который вы можете выполнить. После лобков, после отжиманий с лобками, у вас будет отжимание с ударом в грудь. Это такое, да? После этого будет отжимание с ударом от танк. Да? И после этого будут у нас упражнения. Я все буду говорить и все показывать. Не переживайте, если что-то вам непонятно. Здесь более сложное. Прыжки в длину с места. Делается прыжок. После этого кувырок. И в воздухе 3-4 удара. Да, то есть стали. Прыжок. Раз, кувырок. Два. Нанесли удар. Вот такая вот работа. Все буду говорить, показывать. Очень важно, если вы сбились, необходимо не останавливаться. Ваши ноги все время в работе. Сбились, вернули скакалку обратно, начали прыгать. Ни на секунду не останавливайтесь. И под самый конец, под занавес, на закуску, на десерт, у нас будет упражнение на скакалке, где будем прыгать на одной ноге. Там как раз будет для вас испытание. Хватит разговаривать, пора приступать к делу. Становимся сильнее, вместе вперед. Итак, начинаем нашу работу. Начинаем прыгать легко на двух ногах. Пару минут будут раунды, которые тягующие, легкие. В них будут небольшие ускорения, я буду о них говорить. Здесь прыгаем легко, фристайл, то есть как хотите, так и прыгаете. На двух ногах, на одной ноге, где-то пробежались. В общем, как угодно, как угодно. Настраиваем дыхание, все расслаблено. Если вдруг сбились, да, ноги продолжают прыгать, руки настроили, вернули и пошли. Ноги не останавливаются, все время в работе. Готовились к первому ускорению небольшому. Плюс 20% от вашего уровня сейчас, который есть. Поехали! Дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Под ваше движение. Спокойно прыгаем. Отдыхающий режим. Вперед, назад, можно ножки менять. Не стоим на месте. Все время есть какое-то движение. То есть движение на месте всегда есть. Так, поменяли. Приготовились ко второму ускорению. 15 секунд. Плюс 30% от вашего уровня, который прыгает сейчас. Поехали! Спокойно прыгаем. Если есть отдышка, восстанавливаем дыхание.
скорее. Плюс 35% от сегодняшнего сейчас уровня. Пошли. Спокойно прыгаем. Наша задача стараться ускоряться так равномерно, чтобы не сбиваться, чтобы не было остановок, пауз. Они могут быть, но желательно, чтобы их не было. Готовились к четвертому ускорению 40% от среднего уровня. То есть это уже достаточно сильно. Можно прыгать больные. Пошли. Спокойно прыгаем. Есть время восстановить дыхание, восстанавливать. Сейчас вы уже должны разогреты быть. Кто-то уже должен спотеть. Через 5 секунд будет ускорение. 50% плюс. Почти максимум ваш. Пошли. Спокойно прыгаем. Останавливаем дыхание. Сейчас у нас будет несколько упражнений между прыжками на скакалке. Прыгайте легко, делайте упражнения, продолжайте прыгать. Так, несколько минут. Каждый раз я буду говорить, что делаем. Сейчас будет бёрпи. 10 раз. Приготовились. Пошли. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Взяли сокал и побежали. Легко бежим. Попрыгаем, восстанавливаем дыхание.
сейчас будет второй подход на бёрпи. Так что 10 раз. Приготовились. Можем циркалку. И эпизоды там пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 взяли сакал. И работаем. В среднем темпе. Пауз нет. Сейчас будет отжимание с ловками перед собой. 10 раз. Быстро отжались и вернулись на скакалку. Без пауз. Приготовились. Пошли. Встали, взяли скакалку. Уже работаем. Восстанавливаем дыхание. Подбираем скорость, чтобы вы могли и отдохнуть, но и продолжать работать. В бою вам паузу никто не даст. Готовились, отжимания с лобками в грудь. Также 10 раз. Готовились. Ложим. И поехали. И продолжили. Продолжили работать уже. Самое веселое еще впереди. Замедлились, легко прыгаем. Очень легко. Сейчас хлопки делаются во время отжиманий на тазе, здесь. Приготовились. Пошли, 10 раз. И поехали. Thank you.
Сейчас, замедлились. Будем делать прыжок в длину с места. После чего кувырок. После чего сразу же прыгаем вверх. И наносим 3-4 удара. 5 раз. Показываю. Делается прыжок. Ее серия. Да? 5 раз пошли. Осталось 5 минут. Самое интересное для ног начинается сейчас. Будем чередовать прыжки на левой ноге и на правой. По команде меняем ногу. Кто сбился, продолжает прыгать на одной ноге. Да? То есть прыгаем на левой, допустим, сбились, нога продолжает работать. Сбились, подняли и продолжаем прыгать. На две ноги не становимся. Да? Начинаем с правой. Пошли на правой. На левой. На правой. На левой. На правой. На левой. На правой. Сейчас прыгать чуть вперед, чуть назад. Чуть-чуть вперед, чуть назад. Все время. На левой. На правой. На левой. Все время вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. На правой. На левой, на месте. Левой.
будет тяжело, терпим, терпим, работаем. 5 секунд. Раз, два, три, четыре. На правой. Мы работаем. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Смена ноги. Левая нога. Осталось немножко. 3 захода еще. Терпим. Осталось немножко. Все как в бою. Пять секунд. Четыре. Три. Два. Один. Смена ноги. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Прыгаем. Смена ноги. Последний заход. Молодцы, работаем. Можете быстрее прыгайте. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Маленькое ускорение. Держим. Молодцы, чуть, 5, 4, 3, 2, 1, время, либо ложим скакалку и быстро ходим, легко бежим, либо продолжаем прыгать легко на скакалке, восстанавливаем дыхание, еще 3, 4 минуты, 5, продолжаем работать, легко, можно даже без скакалки попрыгать, главное не останавливаться. Вот такая вот работа на выносливость, специальная выносливость, которая нам пригодится в бою. Меня спрашивают, как не стоять на месте, тренер говорит, что делать, а я не могу. Значит, здесь нужны ваши ноги. Ноги должны мочь постоянно двигаться. Даже когда вы думаете, даже когда вы не работаете руками, ваши ноги все время в движении. И для этого они должны мочь это делать, они должны быть выносливыми, сильными. И вы должны быть скоординированы здесь, какая-то вам в этом поможет. С вами был Антон, кто не подписался, не забудьте подписаться, впереди много интересного. Будьте здоровы, держите себя в хорошем настроении, форме и до встречи. Пока!